Сотрудники подмосковной госавтоинспекции напоминают школьникам, находящимся на дистанционном обучении, о правилах дорожного движения, а помогают им в этом мультфильмы, которые рассылаются через СМС-оповещение. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции направили мультипликационные ролики о безопасном переходе проезжей части, световозвращающих элементах, использовании детских кресел и штатных ремней безопасности в группы управления образования и родительской общественности. Они помогут ребятам не забывать правила дорожного движения за время внеплановых каникул.